Друзья, всем огромный привет! Вы на канале интерактивной фотошколы Art Photo Life. Меня зовут Серджо. И в этом видео сегодня мы с вами будем коннектить камеру Canon EOS RP со смартфона. Если на вашей камере Canon доступна настройка беспроводной связи, то это видео для вас. И какие же возможности откроются перед нами, когда мы законнектим нашу камеру и смартфон? Ну, во-первых, камерой можно управлять удаленно. Благодаря этой функции вы можете фотографировать самого себя, делать крутые селфи. Потому что на камере вашего смартфона будет отображаться то, что видит объектив вашей камеры. Также вы можете запускать и останавливать видео. Доступны очень широкие настройки, что видео, что фото. Какие еще доступны возможности при коннекте камеры и смартфона? Ну, во-первых, вы можете выставить настройки таким образом, что после съемки кадра на вашу камеру снимок автоматически будет улетать на смартфон. Также, например, находясь в путешествии вдалеке от вашего компьютера, вы можете подключиться к камере и даже находясь в самолете или в поезде, скачивать через настроенный Wi-Fi снимки с камеры на смартфон и обрабатывать их в поездке. Единственное, что скачиваются они в формате JPEG, а не в формате RAW. Ну, я не знаю, как на ваших камерах, на EOS RP довольно-таки серьезный и интересный JPEG, с которым вполне можно работать, не обращая внимания, что есть RAW. И еще я хочу немного извиниться за это плавающее видео. Ну, к сожалению, у меня в работе находились как раз камера и телефон. Я записывал на экшн-камеру, и она почему-то движение возле своего объектива воспринимала как, наверное, какой-то движущийся объект. Пыталась либо сфокусироваться, либо там что-то настроить, и поэтому изображение немного плавает. И очень неплохо, что одновременно я запустил запись с экрана смартфона, поэтому все, что происходит в этом видео, вы все увидите, поймете и сможете повторить очень быстро эти настройки у себя на своих смартфонах. Ну а мы не будем терять времени, поехали! Итак, друзья, включаем нашу камеру. Кликаем кнопочку меню, находим настройки беспроводной связи, далее мы включаем наш смартфон, переходим в Play Market, ищем программу Canon Connect, устанавливаем и запускаем. Кликаем разрешить, соглашаемся с условиями, примем их, ну в общем все стандартно, все как обычно. Сделаем различные допуски. Можно посмотреть рекламку, почитать, что нам предлагает эта программка. И приступим непосредственно к настройкам. Кликаем руководство по быстрому подключению. Кликаем «Подключите камеру». В появившейся строке выбираем название нашей камеры. Вводим, точнее. Canon EOS RP у меня, если вы помните. Кликаем «Ок». Кликаем «Да». Кликаем «Wi-Fi», друзья. И далее просто следуем видеоинструкции. Кликаем «Далее». Нам предлагается выбрать настройки беспроводной связи. Кликаем. Смотрим, что дальше. Параметры Wi-Fi. Нажимаем сюда. Так. Кликаем непосредственно на сам Wi-Fi. Если у вас отключено, включаем его. Пароль я кликну, пожалуй, не запрашивать, чтобы лишний раз с этим не возиться, не тратить времени. Посмотрим, что нам предлагают. Вернуться назад в меню нам предлагается. Давайте вернемся. Кликаем еще раз на настройки беспроводной связи, функции Wi-Fi. У нас появляется выбор девайсов. Здесь нам нужно выбрать, соответственно, наш смартфон. Так, смотрим, что дальше. Зарегистрировать устройство для подключения. Кликаем. Выбираю я здесь Android. Так, у меня появилась сеть Wi-Fi. Вот она, EOS RP 266. Так, кликаем на центральную кнопку. И теперь у нас в списке всех доступных сетей должен через некоторое время появиться наш новый Wi-Fi. Вот он засветился, EOS RP 266. И мы на смартфоне кликаем на новую точку доступа. Все, как видите, она активировалась.
Дальше возвращаемся, запускаем снова нашу программу. На камере кликаем ОК. Нам пишут, что соединение установлено. Программа предлагает начать. Кликаем начать. И перед нами открывается вот такое вот доступное меню. Во-первых, мы можем здесь сразу сохранить изображение. Правда, сохранится оно в JPEG, как я уже сказал. И, соответственно, после этого можно фотографию обработать уже на смартфоне, перекинув ее в Lightroom или в Snapseed, куда вам больше нравится. Давайте посмотрим, что еще есть. Давайте кликнем «Удаленная съемка». Так как видите, у нас сверху два значка, и так мы можем выбирать, сейчас сниму крышку, либо камеру. И внизу, как вы видите, есть настройки, они практически полностью дублируют то, что вы видите на экране мониторчика камеры. Ну, слушайте, здорово, очень удобно, мне нравится. Доступны все необходимые режимы. Через смартфон можно управлять автофокусом, что очень здорово. Покадровую либо серийную съемку. Ну, в общем, практически абсолютно все, чем вы пользуетесь во время съемки ваших фотографий. Такой получается достаточно продвинутый пульт управления камерой. На этом все, дорогие друзья. Теперь я уверен, что вы станете более мобильны. Ваши снимки станут более интересны, ведь теперь у вас появился дополнительный инструмент управления вашей камерой. Это очень здорово. На Canon 6D у меня тоже была такая возможность, но насколько я помню, видео там не снималось, а была возможность подключить только именно камеру, именно фотографию. На этом, друзья, все. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, это для меня лучшая награда. Ну и желательно подписаться, это, конечно, не обязательно, но так вы будете не пропускать новые полезные видео по обработке и по фотографии, и все, что с этим связано. С вами был Серджио, желаю вам творческих высот, всем пока и до новых встреч. Если ты впервые на моем канале, не забудь заглянуть в мой инстаграм и после подписки получить в подарок набор пресетов Universal для ПК и телефона. Следи за новостями в инстаграм, участвуй во флешмобах, получай призы и подарки. А в телеграм-канале тебя ждет общение с единомышленниками, совместное продвижение соцсетей, программы на телефон и ПК для обработки фото и видео. Ссылки на инстаграм и телеграм в описании к этому видео.